Сверху по картошечке вот эти картошечка. Картошка. Люблю на самом деле. Крылья KFC. Вообще, бомба тема. Я почти попал. То есть у меня немного есть такие проблемы с этим. Но. И все, попал. Я бы на самом деле картошку с майонезом сделал бы. На картошечку майонеза немного добавляешь. Это вообще мой рецепт. Вообще такой бомбический. Чуть-чуть майонезика добавляешь на картошечку. И все, и кушаешь. Вообще прекрасно получается. Отменно. Запить бы еще чем-нибудь на самом деле. Почти получилось. Ну, я запил. Как бы так, немного. Вот, все, запил, все, отлично. Можно убирать водичку. Ага, отлично вообще. Пирог. Вот я бы попробовал пирог. Я сегодня купил такой, ну не купил, дали на дегустацию мне пирог. Вот, я бы его немного попробовал бы. Я бы очень вкусный. Хотелось бы яйцо вареное, прям у меня яйцо вареное есть. Я вот почти достал его. Да, хочу картошкой разбить яйцо, не получается просто. Дима, попробуй. Ты можешь это не говорить ничего? Так. Ага, вот хотелось бы яйца. Сейчас яйцо. Ой, а я его не варил, оказывается. Ну, немного сырое яйцо. Сырое яйцо, говорят, тоже полезно. Поем сырого яйца с луком. Вообще, тема. Желток, скорлупа. Сейчас скорлупа, просто говорят, много кальция в скорлупе. Надо обязательно есть. Сами понимаете, то, что, ребят, если вы не кушаете кальций, все будет очень плохо. Поэтому сырые яйца, это очень полезно. Вот я купил куриные отбивные какие-то. Я бы вот попробовал перед этим. Вот я крылья KFC хочу еще. Вот. Сырёночка. Какая прикольная сырёночка. Вот, да. У меня просто руки чуть короткие. Я не могу достать. Вот, куриная отбивная. Я бы к ней майонез добавил бы, если честно. С ней течет что-то еще. А, с сыром. Вот. Майонезика немножечко. Вот это блестяще. О, запись, да. Руки немного скользят, ничего. Запил наконец-то. Я бы бутерброда вот съел бы. На самом деле, я хочу бутерброд. Знаете как, с английским салатом хочу я. А, так тоже можно, да. Это у меня бургер получается. Вот, котлетка, салатик, оливье. С хлебом, вообще бомба. Опять запить хочется, что-то сушняк. Вообще отлично. Что бы еще? О! Хочу сметанки. Хочу сметанки добавить. Хочу сметанки. Вот сметанку хочу, да. Хочу сметанку. И к сметанке хочу я, наверное, скорее всего, котлету, да, вот эту, которая есть. Да, вот. Ищу я вилку. Не могу найти вилку. Но ничего, сейчас найду. Да, уже можно руками, я думаю, знаете, сметану доставать. Ничего страшного. Или ну, не помещается. Хлеб не поместится, да, в сметану. Ага, вот можно отломать, на самом деле можно отломать, да. И вот хлебушка со сметанкой, вообще прям порция. Получилось. Салатиком добить сверху, оливье просто. Оливье просто топ.